Недавно я подписался на один телеграм-канал, где по запросу подписчиков выставляли изображения, сгенерированные нейросетью. Было забавно смотреть на эти картинки. Но у меня возникло желание самому разобраться, как это работает, и сформировать свои запросы для нейросети, посмотрев на результат. Если вам тоже хочется попробовать, я покажу, как это работает. Сначала вам нужно будет войти в чат сети Discord. После вам нужно будет зарегистрироваться, пройти процедуру верификации с помощью e-mail и подтвердить свой телефонный номер. После входа переходим в один из каналов, где пользователи по очереди создают свои арты. Прописываем в чат запрос, принимаем запрос и прописываем интересующий вас вопрос на английском языке. Сделаем банальный запрос, картинка BMW. Придется немного подождать некоторое время, так как арты создаются по очереди. Ну вот, собственно, что и получилось. Давайте сделаем запрос посложнее с нашим национальным акцентом. Допустим, Бешбармак. Ну вот, собственно, то, что нам выдала нейросеть. Как вам такой Бешбармак? Ну или кумыс. Ну а что нейросеть скажет нам про наш славный город Шымкент? Да уж, не совсем то, что хотелось бы увидеть. Но все равно заходите, формируйте ваши вопросы. Здесь можно сделать прикольный аватар или сгенерировать необычные картинки. Спасибо, что посмотрели мое видео.